Здравствуйте! Представляем вам историю участника проекта «Бизнес-модель 21 века» Евгения Ливанова. Евгений, скажи, пожалуйста, кто ты, откуда, чем занимался, либо занимаешься, то есть помимо этого проекта? Меня зовут Аливанов Евгений. До Oriflame, до этого проекта, я и наймовый работник, и предприниматель. Большой опыт и в той, и в этой сфере. Сейчас, на данный момент, я строю бизнес, параллельно работаю по найму и развиваю еще один проект дополнительно. Скажи, пожалуйста, какова причина прихода в проект «Бизнес-модель 21 века»? Причина простая. Увидел большие возможности в этом бизнесе, увидел большие перспективы именно этого проекта. Ну и верю в это. А можешь сказать, в частности, вот что тебя мотивирует? Меня мотивируют неограниченные доходы. Доходы моих наставников, истории успешных людей, команды моих наставников. Если смогли они, смогу и я. Скажи, пожалуйста, а что ты ожидаешь? Какие твои планы дальше? Первая планка, которую я хочу достичь благодаря проекту BMD21, это доход в 150 тысяч рублей в 3 недели. Спасибо, успехов тебе.